Всем привет! Компа-призывчик! Давайте быстренько сейчас вот здесь вот на бездне докрутим до сундука. Посмотрим, что здесь хорошего придет. Если придет, конечно. Так. Ничего позитивного не выпало. Давайте пойдем теперь сходим на отряды. Тут я максимально много призывал уже и поймал только один пятизвездный отряд желтого цвета. К сожалению, здесь тоже пусто. Друзья, если вопросы покупки в игре для вас не пустое слово и сложно выбрать среди большого количества предлагающих услугу доната, обратите внимание на Крюгера. Это новый игрок на арене доната, и соответственно цены у него ниже, чем у большинства, а может и ниже, чем у всех помощников. Полностью все акции, которые появляются в игре, доступны для покупки. Просто переходи по ссылке в описании, вступай в группу, и там можешь ознакомиться с ценами на предлагаемые акции и получить необходимую помощь. Приятных покупок и удовольствия от игры. А мы идем дальше. Ну и давайте призыв башни. 16 призывов. Нужна зеленая пятизвездная сова. Возрождальщик. По-моему, Рели его зовут. Где он тут у нас? Неверий. Вот, именно Рели мне нужен. Все остальные либо есть, либо для меня не представляют интереса. Но будет тут пятерка или нет? Паэя, Бриена, Малыш Джон. Вот зеленые идут, но, блин, не то, что нужно. Нет, к сожалению, здесь не получилось пятерку. Давайте на отрядах еще их 10 сделаем. Потому что отряды очень нужны. Но трехзвездный идет только. А нет. Вот, есть очарованный энд. Пятизвездный. Ну, хоть так. Ребят, спасибо, что смотрели до конца. Вам удачи на призывах. Пока-пока.